Максим Радугин родился 21 июня 1978 года в Москве. Сразу после школы поступил в Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, но, закончив его, решил стать актером. В 2004 году окончил театральный институт имени Бориса Щукина. Художественный руководитель Е.В. Князев после окончания был принят в группу театра на Малой Бронной. Играл в театре им. Вахтангова.